Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это телефон Realme X50 Pro. И сейчас я покажу, как на этом устройстве изменить язык клавиатуры. Итак, вначале нужно открыть приложение настройки. После этого спуститься вниз и открыть пункт «Язык и регион». Здесь мы с вами нажимаем «Клавиатура и способы ввода». Затем нажимаем «Gboard» и нажимаем «Языки». Тут мы нажимаем на кнопочку «Добавить клавиатуру» и ищем тот язык, который вам нужен. Давайте я, например, добавлю. Вот смотрите, у меня сейчас есть только одна раскладка, английская, нет больше никаких других языков. Поэтому давайте добавим русский. Итак, выбираем русский, выбираем регион, Россия. И теперь выбираем раскладку. Какой будем пользоваться раскладкой? Русской и рукописной, если вы собираетесь стилусом писать, но это вряд ли. Студенческая раскладка. Как отличается студенческая раскладка от обычной раскладки? Правда сказать, я вам сходу не скажу, но я уверен, чем-то она должна, наверное, отличаться. А, да, смотрите, у нее вообще полностью раскладка другая. Обычная раскладка, русская, она идет Яцукин. Видите, клавиатура идет Яцукин. А студенческая идет Яшерты. Это как QWERTY, только Яшерты. Вот, Яверти, вот, видите, есть Яшерты, есть Яверты раскладка, есть Яжерт. Мы все привыкли к обычной, самой стандартной русской Яцукин. Там, где буква «И» в левом верхнем углу клавиатуры. А это очень непривычно, скажем так. Нажимаем «Готово». Выбираем ту раскладку, которая нам нравится, и нажимаем «Готово». А теперь, смотрите, теперь мы входим в браузер, либо вообще куда угодно, и видим, что у нас появился глобус здесь. Нажимаем на него, и у нас меняется раскладка клавиатуры. Мы также можем нажать и удерживать на пробел, для того, чтобы выбирать между языками здесь. Если у вас, допустим, целый список языков, да, так будет гораздо удобнее. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайк, подписывайтесь. Пока.